Если вы не прогуливали химию в школе, то знаете, что сода или бикарбонат натрия – это щелочь, нейтрализующая кислоту и обладающая отличным дезинфицирующим эффектом. Такие свойства пищевой соды находчивые огородники научились применять на огороде против муравьев. Помните, что у муравья кислая попка? Это потому, что он выделяет много муравьиной кислоты, и в реакции с пищевой содой она вступает в опасную химическую реакцию, которая просто разъедает букашку. Его оболочка разрушается, и муравей просто гибнет. Из-за этого пищевой содой просто просыпают муравейник и ждут, что муравьи погибнут. Спешу огорчить, это недостаточно, чтобы вывести букашек с вашего участка. Конечно, муравейник погибнет, но в это же время часть муравьев постоянно работает на участке вне своего домика. Еще часть обязательно убежит с участка, поэтому они смогут обосноваться в другом месте участка. Чтобы полностью справиться с букашками, я рекомендую, кроме обработки муравейника, дополнительно обработать все дорожки и места обитания муравьев. Просто рассыпаем пищевую соду по участку там, где любят бродить муравьи, и таким образом вы не оставите выжившим букашкам иного варианта, кроме как навсегда покинуть ваш участок. Огромным преимуществом пищевой соды является ее абсолютная безопасность для человека и животных. Пищевую соду всегда можно найти на своей кухне, и всего после пары обработок муравьи вместе с тлей покинут ваш участок. Советую перед обработкой оценить местоположение поселения муравьев, обнаружить дорожки на участке и комплексно подойти к борьбе. После первой обработки обязательно повторяем процедуру через несколько дней и наслаждаемся жизнью без муравьев и тли. Удачи!